Всех приветствую вас. Да, я знаю, что меня плохо слышно, потому что шум машин. А что вы хотели, трасса-то? Жук-Басочи. Друзья мои, сегодня мы с вами прогуляемся опять же по поселку Солоники. Вру, опять несу какую-то хрень. Совет Кваджи, какие Солоники? Просили меня прогуляться. Ну, вот я хочу посмотреть, есть ли смысл, как говорится, ездить в населенные пункты, поэтому поддерживайте просмотрами. Чем больше просмотров, тем больше я понимаю, что это надо. И тогда я буду ездить. Наверное. Естественно, когда у меня будет побольше свободного времени. Ну вот сегодня нашел, погодка хорошая, думаю, пойду прогуляюсь, что-нибудь посмотрю, да и вам покажу. Итак, друзья, Совет Кваджи, улица Куприна, дом номер 2. По соседству с нами Магнит, мы с вами пойдем прогуляемся чуть-чуть куда-то туда вверх. Там, говорит, есть дом номер 7. Кто-то из подписчиков меня просил прогуляться, вспомнить, поностальгировать. Но я сам люблю, опять же говорил, ностальгировать, вспоминать те места, где мне доводилось бывать, посещать их. Поэтому отзовусь, но учтите, мои ресурсы не безграничны, как говорится. Мне не так много сейчас времени, поэтому не все просьбы я буду выполнять. Но, во всяком случае, сразу в бой бросаться уже не буду. Сначала работа, а потом уже все остальное. Итак, Совет Кваджи, замечательная погодка, улица Куприна. Аккумулятор уже слегка подразряжен, так как мы с вами немножечко прокатились. Сейчас покажу вам красоту. Смотрите, как цветут. Правда, на фоне такого светло-коричневого или какого-то бордового забора не очень классно, но если поближе поднесу, наверное, не так сливаются с забором. Красиво. Фикусы цветут. Совет Кваджи, поселочек Спутник Лазаревского. Буквально несколько километров, и вы в Лазаревском. Тихий, спокойный, уютный. Здесь тоже очень многие люди отдыхают. И многим, скажем так, это место очень даже нравится. Во. Я увидел туалет. Точнее, душ, извините, душ. У нас такой же был в Бабуле. На Калараш 14. В 2000-х годах, кстати. Начало 2000-х, когда мы приехали, был именно такой санузел. Даже в 2005 году он еще был. Тогда еще речки. Речки, господи, что ж я несу-то, речи, а барки даже не шло. Собака не курящая. Видите? Не курите во дворе. Чирикают птички, благодать. Людей пока мало. Микрорайончика живет чуть-чуть попозже. На горе виднеется вышка телефонная. С сетью тут должно быть все хорошо. Wi-Fi работать должен. Ну, такие дома, я бы сказал, даже усадьбы. Куприна один. Есть вероятность, что мне надо вообще в ту сторону сейчас прогуляться. Там домик Куприна 7, но я немножечко еще пройдусь вверх. Честно говорю, я не помню, был я здесь когда-нибудь, али не был. Я знаю, что по работе мне доводилось бывать. Точнее, помню, что мне доводилось бывать в Советской Кваджи. И, может быть, где-то здесь я как раз и проезжал по какому-то из этих домиков. Ох ты, смотрите, какой старенький-старенький. Такой, как будто он сейчас рассыпется. Да нет, он уже рассыпается. Но, тем не менее, люди здесь живут. Разносится. Доносится, не разносится. Музыка. И даже здесь, на горке повыше, есть пятиэтажка. Я не знал. Ох, какой красавец. Хай-тек какой-то. Симпатичный домик. Есть и старенькие. Не знаю, доберусь я до 7-го этим маршрутом или нет.
Но третий я уже вижу. Тут тоже стройки идут. Потихонечку, потихонечку народ развивает свое имущество. Во. Так вот. Ходить уже, точнее идти уже жарко. Справа Куприна 28. Смотрите, как песель спит. Греет морду лица на асфальте. Возможно, я все-таки пошел не туда. Все-таки, наверное, Куприянова 7. Или Куприна. Почему я Куприянова? Чуть-чуть в другом месте. Сейчас мы с вами посмотрим. Военные приехали, карты достали. Сейчас дорогу спрашивать будут. Да. Я пошел выше. Там тупик. Как я и говорил, в том повороте. На том повороте мне надо было и заворачивать. Умная Маша, пошел дальше. Собаку только разбудил. Пойдемте вниз, спустимся немножечко и уйдем там направо. Искать седьмой дом. Кстати, отсюда море видно. Обратите внимание, да, конечно, не берег, а горизонт видно хорошо. Нормально, я нехило прошел. Я так смотрю, обернулся сейчас назад. Метров 300-400 пропорхал. Кто-то кричит сзади. Видимо. От 8 марта еще не все отошли. Ветерок. Это, судя по всему, какая-нибудь черешня. Уж больно похоже так. Судя по всему, будет много плодов. Volkswagen без номеров. Ничейный. А, ну видите, тут старенький домик, рядышком новенький строят. Ну да, не все же сразу. Ну, тебя я ждал. Тебя я только и ждал. Чтоб ты мне тут испортил весь фон звуковой. Если я правильно понял, поворачивать нам надо было здесь. Ну, машина, видите, с курскими номерами. Ковыряне здесь. Может, отдыхает, может быть, приобрели недвижимость, кто его знает. Многие люди приобретают, им не надо, допустим, в центре Сочи. Многие приобретают домики в таких небольших поселочках. Естественно, они должны быть, по идее, подешевле. Ну, зато около моря. И вряд ли здесь сделают платную парковку. Вот так вот живут люди. Там он спуск к Магниту, я так понимаю. Но мы идем же искать седьмой дом. Холодильники, резина. Тут собака. Понял. Тут тоже собака. Если бы еще была нумерация, было бы лучше. А вот вижу пятый дом, значит седьмой, вот он. Где машина? Ассанизатора. Вот, судя по всему, седьмой домик. А может быть, вот этот. Нумерация нет, ребят. Ну, а точнее, она есть, но она закрашенная такая. Но даже если ее и нет, то вы все равно увидите. Вот, 9 В. Какой-то яркий дом. Мы их по-любому прошли. Вот эту улочку. Я думаю, маршрут человеку, который ждет этот ролик, знаком. Петухи орут вовсю. Ладно, вообще курицы орали, что снеслись. Петухи-то с утра, по идее. Вот тоже старенький такой домик. Заросший, наверное, никто не живет, там травы по пояс. Здесь чисто, знаете, так, на мой взгляд, отдых, дачка. О, шикарный двор прям вообще, Куприна 5. Слушайте, и там с одной стороны был 5, тут 5. Тут уже не разберешь, а где что.
с адресами, как в Лазаревской, судя по всему. Птички поют. Овчарки бегают. Красота. О, походу Лера хочет меня укусить. Благо хозяева на месте, они ее отозвали. Со всех дворов собачки бегают. Ого. Лера, это хорошая собачка. Ну их нафиг. Поехал я отсюда. У кого-то вон уголь и дрова. Поеду я отсюда, ребят. Не любят меня собаки в Савитквадже. Почта России. Там мы знаем, что там новая была. Красивая, это старая. А это, судя по всему, здесь пятерочка, которая выручает. Где-то тут наш друг и товарищ Асан строил ее. А не, вон дальше, дальше. Там он санаторий. Сбербанк России. Частные магазинчики. Ну, я пройдусь вот так вот. Мимо пятерочки, в Валбереса. Озон, Валберес, все есть, свет кваджа. Только аккумулятор зарядить, как говорится, негде. Конечно, конкуренция. Сами понимаете, когда тут магнит и пятерочка. Частным магазинам, наверное, тяжеловастенько. Но, тем не менее, они есть здесь. Они здесь в наличии. Пятерочку, наверное, тяжело узнать, что она есть. Нет, ее какой-то фрагмент какой-то видно, но тяжело рассмотреть. А вот магнит на трассе. Где-то там мы с вами проходили тоже. Наверху. Ура! Мы открылись. Что-то там открылось. Марка 24 часа. Ну, я вам тоже рассказывал, что это наш местный предприниматель. Вот у них развязалась острая конкурентная борьба, видите. Конечно же, у Марки и у Магнита есть определенное преимущество, так как они практически на трассе стоят. Ну, кто-нибудь да заедет вот в пятерочку за выпечкой. Я не поеду. Точнее, не пойду. Худею я. А мы с вами заканчиваем эту прогулочку по поселку Савитквадже в районе улицы Куприна или Куприянова, как я ее называю. Всем говорю до свидания, всем пока. До моря туда. До моря идти хорошо. Спуски, подъемы, обходы. Даже не знаю, стоит ли сходить или нет. Пока не решил. Всем говорю до свидания, всем пока. Вот я сделал такой вот кружочек и вернулся к своему автомобилю. Сейчас буду думать.